Тайные тропы ЯО. В Биробиджане презентовали новое мобильное приложение. Его цель – привлечь в автономию как можно больше туристов. Электронный сервис познакомит с достопримечательностями области, интересными историческими и природными местами, национальными традициями и событиями, известными людьми региона. Над программой работала целая команда. Это сотрудники детского технопарка «Кванториум». Им удалось одержать победу в конкурсе социальных инициатив. Приложение «Тайные тропы ЯО» уже можно скачать на свой смартфон. Однако оно доступно лишь для телефонов с операционной системой Android. Вызревший продукт, который сегодня не просто готов к использованию, а готов к дальнейшему масштабированию, тиражированию на территории Еврейской автономной области. Ростислав Вашевич Гольштейн как раз нам ставит задачу о том, чтобы мы сегодня показывали привлекательность нашей Еврейской автономной области. Он говорит о том, чтобы мы находили те самые изюминки, которые показывают самобытность, аутентичность нашей малой родины. И вот сегодняшний проект этому полное доказательство.